Нерадивые управляйки, большинство многоэтажек в Рубцовске не готовы к отопительному сезону. Пожар в машине в Барнауле мужчина заживо сгорел в своем автомобиле. Торжественное шествие, выставка и шоу авиамоделей. В краевой столице отметят День воздушного флота России. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. 90% многоэтажек Рубцовска не готовы к отопительному сезону. По сообщению, ресурсоснабжающей компании города тормозят процесс управляющей компании. Они медлят с промывкой и гидравлическими испытаниями внутренних систем отопления домов. Сейчас паспорта готовности получили всего 87 многоэтажек, а их в городе 756. Из фонда объектов здравоохранения работу закончили в половине учреждений в сфере образования и культуры для полной готовности осталось подтянуть около 10% своих зданий, как подчеркнул ВСГК. В большинстве случаев сроки гидравлических испытаний внутри домов в городе не соблюдаются. Накануне ночи произошла трагедия. В одном из дворов Барнаула загорелся автомобиль, в котором находился мужчина. И сообщение очевидцев в сообществе Барнаул-22 известно, что возгорание произошло около двух часов ночи. До приезда пожарных свидетели происшествия пытались открыть автомобиль и спасти спящего мужчину, но им это не удалось. Огонь сильно повредил переднюю часть машины, и потому источник пожара, скорее всего, находился внутри автомобиля. Правда, пока официального заключения правоохранителей по данному поводу нет. Очевидцы высказывают предположение, что виной всему включена в автомобиле печка. Погибший, по словам ряда комментаторов, развелся с женой и, цитируем, жил в машине. Его имя пока неизвестно. Предположительно, мужчина работал на шинном заводе. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Несколько дней без воды остаются жители села Тюменцево. Они обратились в общественную организацию прав потребителей «Гражданский патруль», сообщает Брум. Не только об этом далее в обзоре новостей Сибирской медиагруппы. Воды в Тюменцево не стало 15 августа. Вообще за права села общественники борются почти два месяца с момента обрушения водонапорной башни. Политибру со ссылкой на гражданский патруль сообщает, что водоснабжение отсутствует у большей части сельчан. В числе пострадавших жители таких улиц, как Луговая, Столбовая, Озерная и другие. К сожалению, в местной администрации проблему не решают. Общественники уже повторно обратились в Краевую прокуратуру, так как после первого обращения ведомство провело проверку и нарушений не обнаружило. Три новых фонаря похитили неизвестные с обновленного уголка на пересечении Павловского тракта и улицы Советской армии в Барнауле. Его обустроили лишь месяц назад, а сегодня ночью хулиганы открутили фонари и унесли их, пишут журналисты «Комсомольской правды» Барнаул. Администрация железнодорожного района обратилась в полицию. Тех, кто вдруг оказался свидетелем кражи, просят обратиться по телефонам 62 56 95 или 02. Родственников уроженцев Алтайского края, погибших в концлагере «Дулак-100», разыскивают координаторы проекта «Непокоренные». Корреспонденты издания «Аргументы и факты Алтай» сообщают, что концлагерь располагался в городе Порхове Псковской области. Погибших узников хранили на русском кладбище у Восточной казармы. Их список публикуют на страницах издания. Здесь же указаны контакты координатора проекта «Непокоренные» Натальи Никифоровой. Татьяна Голубева, Наши новости. Предстанет перед судом за мошенничество бывшего главу Топчихинского района Александра Григорьева обвиняют в организации поддельных документов. Его соучастником стал 70-летний предприниматель. По сообщению Следственного управления Следственного комитета края, экс-глава Топчихи помог местному бизнесмену нелегально приватизировать в собственность участок железной дороги. Подъездной путь был необходим предпринимателю для прохода составов к территории подшефной угольной компании. Как сообщили в региональном следкоме, Григорьев своей вины не признал. Уверял, что действовал в интересах района. Предприниматель же, цитируем, оказал активное содействие следствию и возместил причиненный материальный ущерб, общая сумма которого 3 миллиона рублей. Дни алтайского сыра. Завтра состоится открытие традиционного фестиваля уже 12 -го. по счету. На открытой площадке у нулевого километра производители молочной продукции и сыров представят все разнообразие своей продукции. Гости праздника смогут попробовать и оценить качество различных сортов сыра, масла, творога, кефира и йогурта. Здесь же будет организован выставочный павильон. Представленные экспонаты расскажут о развитии сыроделия в Алтайском крае. Фестиваль Дни алтайского сыра начнет свою работу завтра в 10 часов утра. 18 августа Барнауле по традиции отметят День воздушного флота России. Сбор выпускников и ветеранов летного училища пройдет у здания Бюина, проспекции Комсомольском с 9.45 до 10 утра. После торжественного митинга собравшиеся возложат цветы к памятнику герою Советского Союза Константину Павлюкову. Далее прошествуют колонны с оркестром по главному проспекту Барнаула, Ленинскому, до речного вокзала. Здесь все желающие смогут понаблюдать за тем, как в небо взлетят модели самолетов, изготовленные участниками Авиамодельных кружков. С 12 до 16 часов всех гостей праздника ждут на экскурсию в зал авиации и космонавтики музея город. Оттуда желающих, возможно, доставят автобусами на аэродром Бобровка на выставку авиационной техники оленеводы из 12 стран мира на следующей неделе приедут в Алтайский край для участия в седьмом Всемирном конгрессе. Около 300 специалистов уже в ближайший понедельник соберутся в Белокурихе, чтобы обсудить проблемы такой отрасли сельского хозяйства, как пантовое оленеводство и мороловодство. По сообщению официального сайта региона, конгресс будет проходить в течение пяти дней. О своем участии в нем заявили представители Новой Зеландии, Мексики, Китая, Швейцарии, Канады и других стран. В рамках мероприятия они также посетят моральники Никольская и Кай. Имская познакомятся с производственным процессом перерабатывающих предприятий Алтайского края. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании Эвалар. Фитолакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки Фитолакс не требуют запивания. Фитолакс от Эвалар – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. Эвалар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Сегодня в Барнауле переменная облачность, ветер западный умеренный и до 27 тепла. Напоминаю, телефон редакции 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи.